Господин штурмбанфюрер, свежие поступления. Двое красных и боец ордена были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен в рейк. Ладно, потом разберусь. Что по этому? Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все. Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный, нормальный. И вообще, я гражданин Ганзы. Молчи! Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек. Урод! Это произвол! Да стой ты спокойно. Что там у тебя? Так, 318 миллиметров на 302. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю. Ты мутант. Нет, нет, пожалуйста. В мусоропровод. Вопрос простой. Какое задание выполняли в ботаническом саду? У разведки своей спроси, фашист недоделанный. Считаю до трех. Один. Слава красной линии! Два. Да здравствует, товарищ Москвин! Три! Не надо, я расскажу, но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно Рейх не вмешивается в дела Ордена. Но тут нам одновременно попались рейнджер, красные и мутант. Что все это значит? Говори или получишь пулю! Бери офицера! Ах ты! Нож оставь себе! Ты, я так понимаю, из Ордена, со Спарты, а я с Красной линии. Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что с того? Так, понятно, дистанционный замок. Я одно знаю, в одиночку отсюда не выбраться, а вместе шанс есть. Так, а что они там говорили про мусоропровод? Ладно, выбираемся из этого концлагеря, там посмотрим. Пойдем. О, знакомые трубы. Это у них типовое решение для таких заведений. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Лифт уедет, дальше двинем. Двинули. Ё-моё. Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы... Да... Вон там, лаз на той стороне! Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так... Двинули! Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. Так, кажись, проскочили. Ну-ка, решетка. Хрена с два, видно, мало каши ел. Да, тут не пройти. Ладно, куда дальше-то? А что если... Братишка, а ну-ка подсади. Наверх. Пожалуйста, я же... Так, а сейчас я представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку. У тебя вон вместо теперь рук тихонечко двигаем вперед. Ты с такими клешнями напортачишь всякого. А так,
Как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Нет, стрелять мы его не станем. Отомри! Спасибо, господин офицер, спасибо. Стрелять не экономно. Фюрер считает, что уроды не заслуживают ничего, кроме... За мной! Удобно и зрелищно. Но это единственный вопрос, по которому я не вполне согласен с фюрером. Делаем так. Всегда. Ты правого, конечно, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Ферштейн, давай, только раньше времени не начинай. Не изящно. Все, работаем. А что же делать? Пожалуйста, пожалуйста, я электрик. Не-не-не, тебе в другую сторону. Ты ж... А вот отличное решение. Забить его лопатой. Экономно, очень гигиенично, вполне. Слышал? Что это? Вроде что-то упало. Штукатурка, может? Кто? Да, заключенный 130. Это вы произвели шум? Не я это, не я. Богом клянусь. Смотри, смотри. Ох, молодец, даже не вякнул, гад. Слушай, эй, слышишь меня? Там рычаг, он лестницу опускает. Никакой. Перебей их столько, сколько сможешь. Ничего у тебя, нам парень, всем все равно конец. Только подохнем все из-за тебя. Выкрути лампочку! Погоди-ка. Слышал? Что? Нет. Ничего, показалось. Зато урочно, что ты наши гены поганишь. На! Ай! Нет! Не надо! Не надо! Не надо! Ты на себя мазать. Этот электрик там больше доиграется, что зэков нам всех повыпускает. Пожрать! Дайте хоть чего. Пожрать. Кормить тебя еще. Тебе ж подыхать все равно. Хоть грибов бы. Хоть крысу сырую. Поесть. Вон соседа по клетке жри. Он как раз окочурился. Что? Слышь, парень, открой замки. В караулке пульт. В караулке. Что значит ты его отпустил? Ты что, рехнулся? Его же обершарфюрер приказал в расход. Это же трибунал за сочувствие уродам. Не знаю я. Я смотрю на него. И вместо этой черной обезьяны сморщенной вдруг вижу своего пацана. Сынишку своего. Ну и... А тут еще этот торговец Ганзы. Продай, говорит, зверька, че его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... И что, заплатил? А то, ты этот... Послушай, я готов поделиться. Мне одному много. Ты только обершарфюреру не надо. Там 200 патронов дали. Половина моя. Так, чего гуляем? Так конец смены у нас. Тогда нечего здесь торчать. Марш в казарму. Есть, герр обершарфюрер. Что? Ну ты даешь, парень, как ты его? Тише, тише! Услышь, это все, глотай газ! Да уберите ножищи свои! Никто ничего не слышал? Добрался, герой! Теперь надо, чтобы с той стороны нам шлюз открыли. Вон кнопка на стене, это вызов! Прячемся! Ай, момент! Вот, так лучше. Так, вставай. Кому там приспичило? Не продохнуть. Вы со мной шутки шутить будете? Ну-ка, вылезайте. Пацаны, ну что за прикол? Серега, ты гляди, в следующий раз не открою. Ты меня знаешь. Это уже не смешно даже.
Давайте теперь в прятки. Выпустите! Выпустите нас! Там наверху порт. Можно открыть все камеры. Не могу я. Внутренний блок прошли. Теперь самое веселье будет. А вот, держи. Часы у тебя что надо. Лампочка загорается, когда тебя видно. Удобно. Значит так, дальше наверняка будет охрана. Но своих газом они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полной. Гранату бы. Ну ничего, прорвемся. Ну, поскакали. Ты иди низом, а я сверху, прикрою, если что. Да нету там на стеллажах ничего. Глаза разуют, в коробке лежит. Оружие такое, чтоб у меня всех под корень. Вот была бы жизнь. Что? Что? Только Рейх ведет священную войну против генетических уродов. Лишь Рейх последовательно и неумолимо уничтожает недочеловека, которые заражены порчей сами и планят свое уродство. Бедняги, у кого ноги, руки? Глянь на той стороне, там должен быть такой же выключатель. Пошла, родимая. Как откроется, ты давай сразу внутрь, а я за тобой. Ну, поскакай. Теперь тихонечко двигаем вперед. Замри! Суки, заметили! Каюба! Все, работаем! А что же пожалуйста, делать? Пожалуйста! Кто? Я что я... такое? А? Ох, молодец! Даже не вякнул, гад! Слушай, эй,
Слышишь меня? Там рычаг. Он лестницу опускает. Тебе и повышение. Да. Интересно, что это там? Кто? А? Что? Ну ты даешь, парень! Как ты его? Добрался? Герой! Теперь надо... Это вызов! Жми! Прячемся! Момент. О, так лучше. Да не слышно нифига. Ты кто такой? А он это, мимо проходил, уже уходит. Давай в шлюз, живо. Выпустите. Вон кнопка на стене. Прячемся. Дай момент. О, так лучше. Ты кто такой? Выпустите! Нифига! Выпустите! Жми, да! Прячемся! Момент! О, так лучше! Ну ничего! Как там? Скоро и... Кому там приспичило? Вы со мной шутки шутить будете? Ну-ка, вылезайте! Пацаны, ну что за приколы? Серега, ты? Гляди, в следующий раз не открою. Ты меня знаешь. Давай, что? Шлюз! Уходить отсюда надо и быстрее. Ну, заканчивай экскурсию. Надо идти, пока шабашек не закончился. Иди сюда! Уходите!